Всем привет! Всем-всем-всем-всем! 100 лет не была в прямом эфире. Здравствуйте! Доброй ночи, Светланочка! Привет! Доброй-доброй! Время-то 1 час ночи, я в шоке! Неужели вы выбрали? Привет, это моя подружка, так что я там нормально себя чувствую. Ксюша, это моя подруга. Не спим, да. Дом 2 смотрю. Ох, там драка такая сейчас. Ого-го-го. Соленко дерется. Люблю вас. Доброй ночи, привет. Как день провели? Отлично. Наши мамы тут и там показывают. Здравствуйте, привет. Яна, здравствуйте. Наши мамы там. Так, вы сейчас говорили с девчонки, что ли? Подружка дорвалась. Ну, а что? У нее свой магазин. Хорошо. Воронеж, привет. Я помню, как, кстати, я проезжала в Воронеж. Помните, тот год, когда летом все дымилось, торфяники горели, помните? Я помню, что в домах дым стоял сизый просто. Я забрала Олежку маленького, и мы сели в машину и поехали в Анапу. И вот мы ехали до самого Воронежа, и по бокам прям поля горели, торфяники. А после Воронежа уже прям хорошо стало. Привет, с Украины, привет! Воронеж, привет. Белгород, привет. Кстати, в Белгороде я не была. Здравствуйте. Хочу в Турцию. И я хочу. Полетели? Может, частный борт? Костюмчики это с Москвы. Вообще магазин в Орехово-Зуево находится. А так онлайн. 2010 год. Да, 2010 точно. Доброй ночи. Привет, Дим. Привет. Как там в Краснодаре дела? Черешню уже всю съели? У меня настроение хорошее, как у вас. Что сегодня интересного делали? Мы сегодня много интересного. Я сегодня готовила блюдо очень вкусное. Смотрели в сторис у меня? Привет. Жуковский, привет. Я, кстати, в Жуковский приезжала много раз. И приезжала. У меня там муж периодически был на аэродроме Жуковском, работал. Я сегодня готовила форель с сыром камамбер и каперсами. Смотрела ваши примерки, сегодня слов нет, супер. Спасибо, Оль, большое. Очень хорошо, люблю ваши видео. В Орехово-Зуево где? Помещение СДЭК. Знаете такое? Вы можете им написать. Ситидресс ОС. Германия, привет. Как ваши зверюшки? Покажите. Да они спят уже. Я даже их не вижу. Они, наверное, наверху спят. Мираба! Мираба! Эсали! Воронеж передает привет. Привет, Вера. Почему волосы не распускаете? Жарко? Ой, я не знаю. Что-то у меня в последнее время стало любить поднимать волосы наверх. Не знаю, вот почему, что случилось, не знаю, но люблю в последнее время волосы. А вам не нравится, что ли, или что? Мне кажется, круто. Я в Сочи, мои в Крыму, черешни нет уже. Ты в Сочи один, а мама с папой где? Добрый вечер, мне кажется, Воронеж весь-то собрал. Баку, привет! Я не была в Баку, но с удовольствием бы съездила. Мне очень не хочется побывать и в Баку. Очень хочу к вам на марафон. Много об этом читала у вас в комментах. Приходите, напишите мне в директ, я вам расскажу, как попасть. Правда ли Бузова беременна, понятия не имею. Вам с распущенным замечательным спасибо. Ой, Светланочка, привет! Здравствуйте, Светланочка.
Очень крутая баба Петарда. Вот так меня еще никто не называл. Баба Петарда. Теперь буду знать, кто я. А то я думаю, живу так живу, не знаю, как же мне дать, какое мне себе название. Вот, баба Петарда. Круто. У вас такие красивые волосы, когда вы их распускаете. В пятницу поеду на эфир, на Бородина против Бузовой. Сделаю себе опять какую-нибудь причесочку красивую. Вот скажите мне, мне больше платья идут или джинсы? Вот что мне надеть в пятницу на эфир? Я даже не знаю просто. Последний раз я была в джинсах. Перед этим я была в платье. Хоть в купальнике выходи, в общем. Доброй ночи. Черный бумер, сделайте челлендж. Да легко. Волосы вверх, хорошо. Спасибо, Оль. В Украине была, в Киеве. В Киеве вместе с мужем были в санатории. Там есть военный санаторий у вас под Киевом. Вот мы там отдыхали с ним. Майкоп, привет, проезжала. Майкоп, кстати. На Кипр поеду, когда границы откроют. Границы закрыты. В России границы закрыты, на Кипре открыты. Причем они закрыты для обычных людей, а для необычных частный борт отправляется на Кипр легко. Для необычных. Для тех, для кого границ не существует. У нас классно на марафоне. Спасибо, Танюша. Иринушка Александровна, вы огонь. Женечка, привет, моя хорошая. Рада видеть. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Валейкум ассалам. Наши мамы тут и там показывают. Помните, как в мультике? Это я и про марафон в том числе. Да, Маргарит, конечно. Привет из Кубани. Как уснуть? Не знаю, честно, не знаю. Я когда сама спать хочу, я, не знаю, почитать, может быть. А мне муж, знаете, как говорит, для того, чтобы уснуть, надо взять просто словарь, допустим, англо-русский, и поучить слова. И уснешь быстро очень. Петарда. Самая лучшая бабушка. Бабские петарды, это круто. Джинсы, джинсы. Я с вами уже лет 100 не меньше. Платье, платье, джинсы, джинсы. Джинсы, я в восторге от вас в джинсах. Привет, Ирочка. Привет, Марго. Платье. Вам все идет, потому что вы супер-пупер. Спасибо. Платье, юбку, джинсы, платье в юбке, джинсы, шорты. О! Что успокаивает нервы? Прямой эфир на марафоне. Я так хорошо себя там чувствую. Вы украшаете то шоу. Спасибо большое. Серпухов, привет. Ирина Александровна не только с распущенными красивая, еще она очень красотка, волос вверх пучок. Спасибо, Светланочка. Багира Кис, здравствуйте. Какая красивая аватарка у вас. Очень красивая. И ник классный тоже, Багира Кис, очень круто. Мне лично вы нравитесь в джинсах, брюках, ну и платье хорошо, естественно. Прилетайте на Сахалин. Ух ты, на Сахалин, мне кажется, это очень далеко. От Москвы-то, наверное, лететь часов 6-7, да? Крутая бабушка, бабочка. Спасибо. Вы в любом наряде супер, красоточка наша, зажигалочка. Спасибо, Жень, спасибо. А эти все необычные уже давно на Кипре. Да, прям вообще просто. Хочется прям им сказать там. Прям аж противно. Никого не пускают, а им, значит, можно. Ужас. Платье хорошо, вы такая стройняшка. Вы купили квартиру на Кипре? Да, еще же в январе месяце. Мы вас любим, Жуковский. Спасибо большое. Следующий марафон в июле. Джинсы и кроссы. Но я вот
Я вот думаю просто, насколько это нормально на площадке, на съемочной. Джинсы кроссы — это круто, очень удобная одежда, прям классно. Но на съемочной площадке, где там все вот свет, камеры, там все такие красивые, джинсы кроссы, не знаю даже. Мне кажется, все-таки что-то должно быть такое. Но даже вот я надела джинсы, когда с этими, с бахромой блестящей и блестящие туфли, это как-то выглядело, по крайней мере, празднично. Ну, так очень. Оля с вами. В любом наряде шикарно. Обожаю вас. Муж у меня спит, потому что у него было давление высокое. Я ему дала таблеточку. Вот, измерила еще раз. Начало падать давление, и он уснул. Поэтому он спит сейчас. Скажите, что с вашими зубами? Они не помещаются во рту. Да выросли у меня зубы мудрости, и теперь у меня не 32 зуба, а 48. Не знаю, что делать, понимаете? Сижу вот и думаю, что делать теперь мне? Не помещаются зубы во рту. Жаль, что с Украины не могу участвовать в вашем марафоне. Почему же жаль? У нас на самом деле с Украины, из Казахстана, из Америки, из Италии, из Испании, из Германии, девочки. А вы не можете. Почему? Странно. Это же онлайн-марафон. Сохраните эфир, конечно. Сказали, что для шенгенской визы нужно подкожный чип. И это обязаловка. Знакомая сына готовит на учебу в Чехию. Не знаю, по поводу подкожного чипа. Мне кажется, какая-то ерунда. На самом деле, а вот прививки, скорее всего, заставят делать, да. Как уснуть, посмотрите, дом 2. Да они там орут, как сумасшедшие. Как ты уснешь под эти крики? Ирочка, вы великолепны, спасибо. Красивая очень женщина. Вы ходите к астрологу? Нет. Зачем? Фисташки успокаивают нервы. Да, на ночь фисташ наесться, конечно, и еще может пивком запить. Нет, вы что, ни в коем случае. На ночь орехи — это несерьезно. Они же калорийные очень. Спорткостюм вам супер. Спасибо. Я тоже узнала из Дом 2, спустя несколько лет наткнулась на ваш аккаунт и тут же подписалась. Спасибо, Оля. Около 8 часов до Сахалина. А как нам здорово с вами на марафоне. Вы очень клевая. Спасибо, Женечка. Я, да, рано просыпаюсь. Я просыпаюсь где-то, наверное, в 6-7 утра. Вот так вот. Столько советов и рецептов. Это точно. Когда Крити полетите, ну не бейте по больному. Вы же знаете, как я хочу Крити, к Мите, к Белле. Очень хочу. Ну не бейте по больному. Ну хочется мне. Ну не открывает границы России. Вы что, не видите, что ли? Ай, как сделала. Приезжайте к нам в Казань. Красиво у вас в Казани? Что завтра готовить будете? Я завтра хочу приготовить какое-нибудь первое вкусное. Вот думаю, что. Не знаю, может быть, летние щи сделаю. А нам с вами хорошо и спокойно на марафоне. Джинсы вам прям вау, такая молодая, озорная, супер. Спасибо, светулечка моя. Какой краской красили волосы? Ой, я этот раз подкрашивала корни. Как же, скажите, как название красок в салонах сейчас какие? Обычно всегда Лисап, но сейчас Валюша моя, не знаю, начала работать, нет. Из-за карантина я уже просто была никакущая, поэтому подкрасила волосы. Корни, по крайней мере. Практически все страны открыли границы, в том числе и Украина. В России границы не откроют до сентября. Надо как-то заставить народ ехать в Крым. Да, я тоже так думаю.
Я не против Крыма, конечно. Я была в Крыму, там красиво, все хорошо. Но у меня на Кипре дочь и внуки. И я поэтому, конечно, хотела бы туда. Наденьте брючины. Точно! Вот. Кто это у меня? Зверленочка. Я думаю, что... Вот, точно, костюм брючный. Супер. Вашему мужу повезло, такая жизнь. Я ему тоже, Маргарита, сказала сегодня, что тебе очень сильно со мной повезло. Потому что ходит, мучается, затылок болит. Я говорю, тяжесть затылки. Я выпила аспирин. Я говорю, а зачем ты аспирин? Ну, чтобы разжижать кровь. Я говорю, ну ты странно, ну хорошо выпил. Легче стало? Нет. Опять ходит, держится за затылок. Потом смотрю, лег, знаете, такую подушечку с иголками взял. Значит, вот так шею положил. Я говорю, ну что, так плохо прям? Да. Я говорю, давайте измерю давление. Пошла, тонометр взяла, измерила давление. Давление 148 на 87. Я такая, о, ничего себе. Пошла, взяла таблеточку. Вот. Говорю, давай пол таблеточки под язык и полежи. И где-то через полчасика, измеряя, уже 135, уже меньше, и ему легче стало. И я смотрю, он уснул. Так что пускай поспит. Вот я ему сказала, как тебе повезло. Плохо стало? Я сразу и давление измерила, и таблеточку нашла, и бегом сбегала. Вот, видишь, как хорошо. Он говорит, да, мне с тобой повезло. Ты у меня королева. Джинсы бахромовые хорошие. Да, это знаете, где их купила? У Насти Ковалевой. Помните Настю Ковалеву? Вот, у нее магазинчик свой, Ковалева бренд. Вот у нее купила. Она мне скидку хорошую сделала. Целых 20%. Так что я довольна. Хорошо с вами, но пошла эфир марафона смотреть, получать, так сказать, пищевое воспитание. Красивая Женя. На сцену однозначно платье будет изящное. Костюм брючный тоже красиво на вас будет смотреться. Простите за вопрос, зачем вы ездите на съемки «Дома 2»? А я уже отвечала на этот вопрос. Для меня это, знаете, как выход в люди, выход в свет. Я сижу дома, я не работаю. Ну, а куда мне сходить еще? В театр? Я могу сходить, конечно, в театр, но мне вот как-то там все такое уже близкое, родное, потому что я знаю эту кухню, я там сама была 3 года. Я смотрю проект, и мне интересно пообщаться и с теми, кто делает эту передачу, и на ребят посмотреть, и дать советы какие-то. Мне интересно с экспертами пообщаться. Вообще, в принципе, сделать прическу, накраситься, надеть красивый наряд, пофотографироваться. Это классно. Это такое вот интересное времяпрепровождение. Хотя бы иногда вот просто какую-то другую вот жизнь как будто шагнуть. Не только же на огороде сидеть и на кухне. Какую таблетку дала? Сейчас я скажу, как она называется. Каптоприл. Каптоприл половиночку дала. У вас всегда образ полный, хоть босиком, хоть тупляк. Спасибо. Ирина, не знакома со всей вашей семьей, но делала ноготки Оле и была на открытии вашего салона, если помните. Прекрасные, открытые и добрые. Рада знакомству. Привет, Настенька, привет. Вы в Балашихе живете, да? Настя, которая с Олей в одном подъезде живет, правильно? Жила. Оля переехала уже. Про зубы ответ зачет. Спасибо, Багира. Сколько вы весите? 63. Поправилась на килограмм. Была 62. Не имеют права заставлять. Слушайте, ну вот, я не знаю насчет заставлять, но если вот поставят они, допустим, условия, что вы не можете вылететь за границу, если не поставите прививку, люди начнут делать. Вот поверьте мне, потому что ну, все уже привыкли к свободному перемещению. И мало кто смирится с тем, что вообще никуда не летать. Тем более те, у кого родственники за границей.
Иринушка Александровна, вы умеете развеселить нас про зубы? Огонь, все правильно. Добрый вечер, была удивлена приятно вашей легкости. Просто супер в джинсах. Спасибо большое. Я с вашими советами спасла много растений. Дрожжи. Да, Олечка, дрожжи вообще шикарно. Там же очень много витаминов. И растение, вот правильно говорят, растет как на дрожжах. Вот это вот очень хорошая пословица, которую надо запомнить. Растет как на дрожжах. Почему так говорили, да, в народе? Потому что подкормка из дрожжей дает столько витаминов и сил растениям, что если попробовать одну грядку поливать дрожжами, а другую нет, то вы увидите разницу. Очень быстро увидите. Спасибо вам за энергию, за моральную поддержку на расстоянии. А после прививки проживешь максимум год. Ох, это страшилки такие. Я сама начиталась и честно говоря, боюсь. Здравствуйте, спасибо огромное. Моя мама с вами на третьем марафоне. Она так похудела и помолодела. Оксаночка, так приятно. Как маму зовут? Багира Кис теперь рада стараться. Ну, в смысле рада стараться? Если человек делает комплимент или какой-то подбадривает, что это значит старается или лицемерит, что? Я не понимаю, почему у нас люди привыкли, что если злой коммент, то это значит правдорубы. А если хороший коммент, да, приятный, это значит же полизы. Вот я терпеть это не могу. Это такие двойные стандарты. Но каждый из вас, каждый буквально, хочет в свою сторону только хорошее слышать. Вот каждый буквально человек. Идите уже отдыхать обязательно. Здравствуйте, расскажите, как похудели. Марина, если вы напишете 100 тысяч раз вопрос, вы точно похудеете, потому что пока вы будете писать, вы не будете есть. Я ответила на ваш вопрос? Прививки очень большая лотерея. Дай бог, чтобы не покалечили. Ой, не говорите. В год кого вы родились? В год дракона. Была красавица, однозначно. 15 июля откроют границу. Да дай бог, чтобы открыли, потому что уже, ну все уже пооткрывались, ну сколько можно. Все будет так, как должно быть, просто надо ждать перемен. Извините, я только на вас подписалась, сколько стоит ваш марафон. Лейла, напишите мне в директ. Я вам все пришлю, расскажу, разжую, все скажу как следует. Кипр нас тоже пока не ждет. Почему это не ждет? Ждут. На Кипре для россиян открыты границы, но там одно условие. Пока россияне входят в группу А, а это значит, что когда ты приезжаешь, ты попадаешь сразу на карантин в отель на 14 дней, по-моему, или на 15. Но отель ты оплачиваешь сам. Вот 14 дней сидишь в отеле за свой счет. По-моему, 700 евро стоит 14 дней. Когда придет повар с большим пузом? Это кто? Это кто это с большим пузом повар? Вареники, напишите рецепт. Вареники, рецепт. Как ваши детки? Мои детки хорошо. Во Владивостоке уже утро, сделала зарядку, скраб, контрастный душ, завтракаю печеным яблочком, наш марафон рулит. Молодец, Олечка, очень все правильно, хорошо. Водичку-то выпила, тепленькую, выпила? Вы супер бабушка и мама, спасибо. Баллон в желудке, конечно, Марин, трехлитровый баллон в желудке. Подсадка глистов. Нет, не глистов. Скорпионы у меня сидят в пятой точке. Что если сначала полететь в Беларусь и оттуда на Кипр улететь? Так как в Беларусь-то можно? Вы думаете, в Белоруссию пустят? Я думаю, что все гораздо сложнее.
Если бы это можно было, уже бы все полетели. Всей вашей семье повезло с вами, вы лучшая. Спасибо, Лен. И вам с мужем очень. Конечно, конечно, я даже не спорю. Вот даже спорить не буду. Однозначно. Обожаю читать отзывы девочек о марафоне. Вы такие умнички. Ирина, спасибо за позитив и за красоту. Спасибо, Полина, большое. Следующий марафон 20 июля. Но слава богу, что не очень высокая. Это не очень высокая, разве, Оль? Мне кажется, высокая. Таблеточка называется Каптоприл. Мне еще мамочка моя дала. О чем болтаем? Просто посиделки. Просто, вот вообще просто ни о чем. Просто болтаем. Вы такая уютная домашняя. Спасибо. У вас баллон в желудке. Три. Три. Так, я перелистаю, девчонки, потому что опаздываю с ответами. Так что, если кому не ответила, напишите еще раз. У меня 1 ноября день рождения. Вы сегодня такая позитивная, даже с хейтерами не спорите, угораете на ней. Каптоприл – это уже гипертония. Нет, я прочитала. Я прочитала инструкцию в Яндексе. Короче, написано, что каптоприл нельзя принимать курсом, но при высоком, ну, однократном повышении давления можно. Почему меня выкинули с чата Telegram? Девочки, признавайтесь. Лизавета, вы на марафоне сейчас или нет? Привет, Сахалин, привет. Слушала бы вас бесконечно, надо идти спать. Спокойной ночи, Танечка. Турция, привет. Мираба. Здравствуйте, Елена Александровна, привет. Каптоприл, скорая помощь. Вот, и я про то же. Я половиночку дала на всякий случай, потому что все-таки... О, Санек, привет. Привет, Санек. Иди ко мне. Иди ко мне в эфир, хочешь? Хочешь ко мне в эфир? Домашние цветы можно поливать дрожжами? Конечно, однозначно. Дрожжи обычные. Вот берете пакетик дрожжей, разводите в литровой баночке теплой водой. Ждете, когда они подойдут чуть-чуть, размешали и вылили в этот в поливальник. Еще ждете несколько часов, когда вода покроется пеной. Все, можно поливать. Привет. Привет из Баку, привет, привет. Завтра овощной день, буду кушать уже свои огурчики со своей зеленушкой. Ничего себе, классно. У меня пока вот такие огурчики еще. Я за городом отдыхаю, не сегодня. Хорошо, Санечка. Я могу к вам в эфир, и я бы вас слушала всегда. Я добавляю сахар. Как не выносить мужу мозг по пустякам? Очень просто. Берете просто и читаете очень умную книгу, которая называется «Мужчины и женщины. Почему мы такие разные?». Прочтите обязательно эту книгу, и вы перестанете выносить своему мужу мозг. У вас наступит гармония, потому что наступит осознание, почему мы такие разные. И не нужно ждать от мужчины того, что можете делать вы, потому что это мужчины, они другие, просто другие. И нужно их воспринимать именно такими, какие они есть. Напишите пост про дрожжи. Да, можно и капусту, любые растения, вообще любые, цветы, капусту, огурцы, помидоры, неважно. Любые растения, они нуждаются в витаминах. В дрожжах вся группа витаминов В. Нигде не могу найти эту книгу. Вы можете просто набрать в интернете. Она там есть. Я недавно набирала. Можно ссылку на магазин Насти Ковалевой. Я вот давала ссылку на ее магазин, когда показывала джинсы. Ковалева, нижнее подчеркивание, бренд. Книга называется «Мужчины и женщины. Почему мы такие разные?». У нас сегодня 9 лет, день свадьбы.
Я надеюсь, вы поздравили друг друга и сделали романтичное свидание. Я была в марафоне в апреле, на днях меня удалили. Лизонька, это не вас удалили, это удалили весь чат. Весь чат. Чат в Телеграм принадлежит марафону. Вот марафон майский, и там находятся все, кто в мае. Наш позитивчик, Ириночка Александровна. Вот правда, очень вы клевая. Вы умеете дать нужный настрой и перевернуть жизнь на 360 градусов. На 180, Женек. На 180. На 360 это опять туда же вернуться. Смотри мне. Я переоценила всю свою жизнь. Да, у нас в Воронеже нет ни в одном магазине бассейнов. Почему? Попробуйте в интернете заказать. Это же просто. Нет в магазине? Набиваешь просто в поисковике, в строку. У вас выходят все магазины, интернет. И вы заказываете. И все. Привет из Кишинева. Привет. У вас, Митя, было интересные имена. А у нас Всеволод и Нелли. Тоже красивые. А Всеволод, это Сева, да? Вы Сева зовете? Кратко, уменьшительно, ласкательно. Люблю вас, привет. Привет, сладкая. Обалдеть. Давно меня никто не называл из посторонних мужчин сладкой. Очень смешно. Хочу на марафон, но боюсь, что не справлюсь. Если боитесь, тогда вам еще не надо туда. На марафон надо идти, когда четко уже знаешь, что ты точно хочешь этого, тогда ты идешь. Если сомнения или какие-то, не надо ходить на марафон, не ходите. Привет. Хочу на марафон. Приходите. Напишите мне в директ, я вам расскажу, как попасть на марафон. Нет-нет, обратного пути не будет. Только вперед с позитивом, любовью ко всему, что окружает. Правильно, Жень. Как вы относитесь к обертыванию? Добрый вечер. Очень хорошо, положительно. Вот лично у меня был опыт. Я ходила в салон на обертывание Стикс. Очень прям эффективное, классное обертывание. Прям замечательное. Причем мне особо горячее нельзя обертывание из-за того, что у меня варикозное расширение вен. Вот, поэтому мне делали горячее обертывание на живот и холодное на ноги. Классный, кстати, эффект. Лёва такой славный. Митюня так его любит очень заметно. Не Митюня, а Кирюша. Кирюша. С днем рождения, Сизова. Лёва балдёжная. Доброй ночи. Какая же вы замечательная. Так хочется с вами готовить в прямом эфире. Спасибо. Миллерова, привет. Следующий марафон 20 июля. Вы раньше делали виски обёрты. Виски пеленания, да. И Стикс тоже делала. Очень круто. И то хорошо. Это законно выглядеть как девочка в вашем возрасте. Кстати, без фильтров, заметьте. Ни одного фильтра. Спасибо. Но это незаконно. Овощи гриль за неделю 2500. Благодаря вам, Ирина Александровна, мы взяли в ипотеку домик, поэтому я пропала и долго не была здесь. Спасибо вам. Сейчас мы в процессе оформления документов. Поздравляю вас. Это очень круто. Свой дом – это замечательно. Не всем можно обертывание по гинекологии, хотя классная процедура. Но холодное обертывание можно всем. А горячее обертывание, да, согласна. Там есть противопоказания. Белла и Митя по знаку зодиака раки? Нет. Они же в разные месяца родились. Митя у нас стрелец. Вы очень эффектная. Спасибо. Спасибо большое, Оль. И Листа, привет тоже. Так, все, я спать хочу. Давайте прощаться. Давайте прощаться. Всем спокойной ночи. Подскажите, пожалуйста, какое приготовить блюдо на мангале, чтобы прямо вау. А, сейчас скажу. Смотрите. Вот прямо вау, рассказываю. Очень классный рецепт.
пока я еще не уснула, тут сидя в эфире. Значит, смотрите, берете цыпленка, молодого цыпленка, разрезаете его по хребту, раскладываете так, чтобы ножки друг к другу вот так раскладываете. Берете второго цыпленка, точно так же раскладываете. Посолили, поперчили, значит, в разложенного цыпленка выкладываете овощи, кабачок, лук, помидоры, все это выкладываете, чесночок, все это посолили, взбрызнули оливковым маслом, сверху укладываете второго цыпленка, вот прям сверху придавили под пресс, после этого все это завернули в фольгу и в угли. Вот это будет такая вкуснятина, это будет очень вкусно. Точно такое же блюдо, если сделать с рыбкой, тоже по хребту, вот так разложили рыбку, начинили тоже всякой вкуснятиной, точно так же сверху другую рыбу и на решетку гриль. Вот так вот пожарили несколько раз, очень вкусно. Нет, парад победы не смотрела. Буду с вами в интересной. Спасибо. На углях по времени где-то минут 30. Минут 30. Но смотрите, чтобы не пригорело. То есть угольками постоянно перекидывайте и поворачивайте. А рыбку на решетке можно. Она очень быстро готовится прямо на решетке. Блин, я кушать хочу. Благодарю вас, потрясающее блюдо. Очень, очень. Я уверена, что вы так не делали, поэтому обязательно сделайте. Это очень эффектно. И это потрясающе вкусно. Рыба на решетке, а курица на углях. Хотя можно и курицу на решетке. По сути, можно и то, и другое на решетке сделать. Спокойной ночи. Да, утку готовлю и гуся готовлю, конечно. Пора всем на отдых, спокойной ночи. Да, всем спокойной ночи. Спасибо за рецепт, еду к мамуле, обязательно попробуем. Спасибо вам, солнышко. Ой, как приятно, солнышком назвали, спасибо. Как называется блюдо? Давайте как-нибудь назовем. Давайте вместе как-нибудь назовем. Курица, да? Две курицы. Chicken two. Chicken two. Chicken two. Chicken two, точно. Вы не думали сдать книгу рецептов? Нет. Мне предлагали сдать книгу рецептов, и я думала, но... Одна проблема, девочки. Я все делаю интуитивно, на глаз. Я придумываю на ходу некоторые рецепты. Но я никогда не делаю там два прихлопа, три притопа, три столовых ложки этого, столовая ложка, там чайная горсточка или стакан, либо 100 грамм, либо 3 грамма, 7 грамм. Я не делаю. Я все делаю интуитивно, на глаз. Вот я даже смотрела, как приходил, помните, ко мне повар на совместный эфир кулинарный. Вот. Я просто смотрю, как он говорит, 7 грамм этого, 15 грамм этого. Я такая думаю, боже мой, я бы с ума сошла вот это отмерять, стоять. Я все чуть-чуть на глазочек. Спасибо. Две курицы, это дабл чикен. Дабл чикен. Чикен ту мне больше понравилось. Чикен ту. Курочка от Иришки. Импровизация по вдохновению. Факт. Однозначно. Я помню, как я придумала, кстати, тоже классное блюдо на решетку. О, давайте расскажу. Смотрите, берете прям вот батон хлеба белого, вот целиком. Разрезаете его вдоль, вот так раскладываете. Убираете мякиш, но не сильно, то есть просто убираете. Значит, туда кетчуп, немножко горчицы,
на решетке гриля делаете сосиски и укладываете прям вот, вот в эту нишу сосиски. Туда же потом лист салата, помидорчики, огурчики можно. И закрываете второй половиной. И опять на решетку, и все это обжариваете. Боже, это такая вкуснятина. Можно просто разрезать на кусочки и раздавать гостям. А можно прям целиком этот бутерброд съесть. Ирина Александровна, ответьте мне. Пожалуйста, ответьте, готовите свинину или нет. Очень-очень давно не готовим свинину, потому что почему-то моя свинья перестала... моя семья перестала есть свинину просто напрочь. Все едят баранину, курицу, говядину, оленину, лосятину, индюшатину, кролика, но не едят свинину. Я уже им говорю, вы что, мусульманами все стали, что ли? Никто не хочет свинину. Наташа, привет, привет. Какой большой бутерброд. Один раз так поесть на весь день. Какой там? Да он в жизни не влезет в желудок, такой огромный бутерброд. Это ж с ума сойти можно, такой бутерброд. Какой хорошенький, Лёвочка, спасибо. Нет, мы хотим быть как вы устроены. Точно пора спать. Спокойной ночи, Леночка. Натали Донна, привет. Это точно. Света, мы уж соскучились по Наташе нашей. Привет, Черкесск, привет. У вас там дом 2 по телеку, что ли? У меня тоже. У меня тут Басков разрывается. Не убирается межбровка, лучший препарат. Не знаю, это косметологам. Здравствуйте, Ленсана, привет. Алтай тоже привет. Кошмар, прям бутерброд, как у Тусики с Лицыной, с девчонкой. Почему кошмар? Это не кошмар, он реально вкусный. Я его готовила, сейчас скажу. У меня на Ютубе, кстати, есть этот рецепт. Ну, наверное, 4 года назад. Мне кажется, 4 года, если не больше. На Ютубе посмотрите там. Как же, господи, мой канал-то называется? Агибалова Лайф. Там вот очень много рецептов классных. Вы издеваетесь на ночь, глядя про еду? У меня в животе уже сигнал. Здравствуйте. О, девчонки мои все тут собираются. Света, Лена, Наташа, Олечка. У вас клематисы зацвели, и как называется, белая ива, спасибо. Короче, клематисы пока еще только-только они начинают расти. Я тоже сама жду очень, потому что я их недавно же посадила. Я все жду, когда они вырастут и обовьют все качели. Куда написать? Ну, в директ. Вы кто такая? Ты кто такая? Ты кто такая? Привет из Заполярья. Вы кто такая? Все не спят. О, Танечка, привет. Так с вами разве уснешь? А вот чтобы не хотелось все время есть, нам нужно на марафон. Правильно. Расскажите после школы, где вы работали. По-моему, вы рассказывали, что были руководителем. Я после школы, где работала, я сразу после школы пошла работать обычным менеджером в компанию. Как бороться с вечерним жором? Не надо с ним бороться, в принципе, вообще. Попейте воды. У вас волшебный сад, спасибо. Натусик Донна, как вес держится? Огромный привет с Тюмени. Я ем овсянку, сейчас тоже вкусно. Алсу, а... У вас что там утро, что ли? Почему овсянка? Сколько шагов в день? Ну, около 10 тысяч примерно.
Всем привет от Оксанки, она выезжает к нам. О, отлично. Снижается Света. Выпейте кипяточек с вашим Жором. Позвать вечернему Жоре Жоржету, и пусть сами борются друг с другом. Это точно. Я домой вернулась, пол первого гуляли. Жору не пускаем. Не-не-не, никаких Жор вообще. Никаких Жор. О, смотрите, какая классная, мне понравилась мудрость. Мы падаем, мы ломаемся, мы терпим неудачу, но потом мы поднимаемся, мы исцеляемся и мы преодолеваем. Правильно? О, смотрите, у нас с марафона какой рецептик классный. Это из фарша куриного, творога и яйца. Диетический рецептик такой. Вот так вот он запекается. Сверху потом еще сырочком. И получается вкуснятина. А вот наша девочка из марафона похудела. Смотрите, какая лапулечка. Класс же! Класс! А вот еще из марафона у нас девочки делятся. Вот это гречневый хлеб из зеленой гречки. Девчонки у меня делятся, смотрите, холодец мы готовим на марафоне тоже. Класс? Нравится вам? Вот еще, смотрите, мне сегодня прислали. Девчонки делали фаршированный перец овощной, овощами. Так, что-то не хочет он мне. Вот у нас какой классный результат. Мы с тобою танцуем. Мы с Лаврушей показали чудесной командой. Здравствуйте, как вы покрасили это платье? Да, это платье вообще, оно очень удачное, потому что вроде как оно может и скрыть все недостатки фигуры, и в то же время такое романтичное, легкое. Я его, в принципе, купила для того, чтобы на море поехать. Вообще все платья, вот и синее, которое я показала, и вот это серое, и белое, это все для Кипра, для фотосессии, для того, чтобы гулять вечером по берегу моря и так далее. Вот, но... не удержалась. Вот поехала на съемку, надела это платье. Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. Какая же вы красивая. Спасибо большое. Кстати, вот Comedy Woman обожаю. Вы любите Comedy Woman? Я люблю даже больше, чем Comedy Club. Я попрощалась, сижу до сих пор. Платье огонь, спасибо. Это были вы? Не узнала. А что, не похоже? Посмотрите, это я. Это реально я. На воде легче сидеть с мотивацией от Ирины. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я тебя поцелую. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я тебя поцелую, я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас.
хочу сегодня быть с тобой на волне. Дай мне дать только повод, только знаки, мы наедине. Тихо-тихо, а поставь-ка нам ты музыку помедленней. Смелее, украду тебя, буду всех. Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу, я тебя поцелую. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Слушаешь, потом весь день в голове, это точно. Наташа, у нас и клёвые опять такие страсти, как, впрочем, и всегда. Это факт. Блин, настроение подняли, это точно. Я тоже люблю Comedy Woman. Как поучаствовать в марафоне, как это происходит, никогда не участвовала. Просто пишите мне в директ, я все рассказываю. Света, я напишу тебе в личку, здесь расскажешь. Я могу рассказать, напиши. Вы крутая, это точно. Не уснешь. Мне кажется, Таня, мы, короче, сразу сейчас здесь поболтаем всю ночь, а потом сразу плавно перейдем на марафон. И там утро продолжим с песнями, с танцами. Джазовой музыки нет, не люблю джаз, не люблю рок-н-ролл, вообще не мое прям. Мне не надо худеть, но вашей подзарядки не хватает. Надо идти на марафон. Всем пока-пока-пока. Напишу. Да, пиши. Я думала, что Нарику пиар не нужен. Гарику вы имеете в виду? Нарику. Кто такой Нарик, Гарик? Попробовала посидеть на воде день, как вы говорите, не получилось. Голова болит, кружится, в глазах темно. У нас на марафоне не потемнеют глаза, потому что у нас на марафоне свет в глазах. Переходим в утренний эфир, да, прям на метла, девчонки, на метлы. Класс. Дариночка Александровна, утренний марафон, это точно. Обожаю вас, моя дорогая Александровна, спасибо. С тобой спать не хочется, привет из Уфы, привет. Завораживающе, очень красиво танцуете. Спасибо. Что ваш муж говорит о похудении? Он говорит, ты у меня самая красивая. Ты у меня самая-самая стройная. Ты у меня такая красавица. Вот так говорит мой муж. Мне на воде нельзя, но я иду. На воде нельзя, значит, будем не на воде. Сколько стоит участие в марафоне, как попасть? Пишите в директ. Все в директ. Научите танцевать. Слушайте, мне тут писали, что танцы это не мое. Что мне вообще надо забыть, как это делать. Я, знаете, что сказала? На самом деле танцевать можно хоть в душе, хоть где. Если просит душа, танцуйте. Вот знаете, вот есть такая фраза. Танцуй пока молодая, девочка рая. Слышали эту песню? Так вот, на самом деле надо не так говорить. Ты молодая, пока танцуешь. Как только ты села на скамейку и сказала, что ты такая, она пошла, маня-маня-маля-маля, и все, значит, ты уже старушка. Как говорит у меня муж, девочка, старушка умерла. Вот так же и нам надо себя чувствовать. Девочка, а вот когда уже помрем, тогда уж старушками будем. Сейчас мы девочки. Удалите вы эту Арин Ленкова. Что она там, хулиганит, да?
Все, девочки, удалила. Как скажете? Все, нету больше Арины Линковой. Точно-точно надо плясать. В точку про танец, молодец. Танцуйте, Ренцанна, вы за нас заряжаете. Спасибо большое. Нет, мы не считаем калории. Как вылечить ячмень на глазу? Ой, я не знаю. У нас уже, кстати, на марафоне кто-то спрашивал. Я понятия не имею. Я знаю, что говорят, что неожиданно надо, чтобы плюнули тебе в глаз. Но я, честно говоря, вот прям, не знаю. Все помогло. Счастливая женщина всегда на позитиве. Тоже часто подтягивается ли кожа? Ну куда она денется? Конечно, подтянется. Мы же не худеем там за 20 дней на 100 килограмм. Ну похудели там от 7 там, до 10 килограмм. Ну и все. Вы прекрасно танцуете, или что вообще бревно? Не говорите так никогда про себя. Никто не бревно. Танцуйте все. Спорт на марафоне нет, не обязательно. Я похудела, ничего не обвисло и не повисло. Вот, Машенька наша пишет. Детская мочу и лечить. Ой, не могу. Плевать уже поздно. Когда следующий марафон? 20 июля. Вы очень похудели, куда делась кожа? Всосала в себя такая. Обожаю танцевать, слышу музыку и начинаю дергаться. У меня то же самое прям. Мы на марафоне каждый день танцуем. Да, плевать надо, когда только начинает выходить. Мудрые, правильные слова. Мамочка сейчас смотрит на вас с небес и гордится вами. Ой, да, мамулечка моя любимая. Очень красиво танцуете, смотреть приятно. Спасибо большое. Ой, как приятно, столько комплиментов. Я похудела на 27 килограмм за 4 месяца, и все прекрасно. Легкость, энергия, позитив и любовь пришли на место жирков. Женя, ты у нас вообще, просто вообще прям 27 килограмм ты у меня сбросила, Женя. Ты просто умница, умница прям. Супер, я иду на марафон, спасибо вам за ответы. Можно... На 7 и на 10, да. В аптеке, узнаете, забыла, как называется мазь. Вы красотка, спасибо, самое доброе. Спойки-ноки, красотули. Завтра еду к мамульке, желаю всем позитива. Много-много всех люблю, Ирочка Александровна, спасибо за эфир, вы умничка. Мамочки, большой привет. Берегите мам. Молодец, спасибо. Это наша победа, вы наш мотиватор. Спасибо, Женечек. У нас очень хорошо на марафоне, 100%. Мы вообще лучше. О, смотрите, как раз мне вот моя приятельница скинула. Класс. Вот так их там, вот так их там. Так, сейчас что-то хотела показать вам еще. Сейчас подождите, покажу. А, вот это вот блюдо. Это знаете, что такое, девчонки? Это, короче, кабачок, который в духовке приготовлен, и на него сверху выкладываются помидорки, зелень, и все это на листья салата. Очень клевый.
Вот, скоро у нас на марафоне будет Мария Шершакова. Помните? Так, сейчас. Ну, это очень весело. Надо запечатлеть это, прям прикрывая пипирку. А, вот, кстати, курочка, помните? Я готовила. Вот эта вот курочка, кстати, очень вкусная. И вот точно так же нужно разрезать курицу для того блюда, которое я вам рассказывала. Вот у нас девочка похудела, тут сейчас плохо видно. Сейчас еще покажу. Вот, похудела девочка. Вот, похудела девочка. Вот это мне нравится, сейчас покажу. Вам что поесть? Вот. Это что? Что? Я сел на диету. Ну, я тебя поздравляю. А я-то тут бычок. Так, что за приворот ешь? Не буду я это есть. Что у вас тут происходит? О, пап, скажи, что ее диета не моя проблема. Слушай, ты если себя травишь, детей не трави, а? Слушай, пап, вот зря ты так, конечно, о маминой еде. Очень вкусно. Ой, ну, что? Это вот мы с Левушкой. Вот, классные кадры, смотрите, какие хорошие. Давно не показывала вам красоту нашего сада. Вот сейчас он как раз в своем самом красивом периоде. Вот у нас результат, огонь. Посмотрите, просто, просто огнище прям. И вот результат какой. Вообще просто. А еще мы готовим вот такие конфетки на марафоне. Очень вкусные. Яблочко готовим вкусненькое. Вот такой вот вкусненький булгур с грибочками. Вот, мы еще что готовим. Вот, мы что еще готовим. Вкусняшечки такие. Вот что готовим. Вот. Смотрите, сколько всего. Видите, как мои девочки кушают красиво. А вот это помните? Так, уважаемая Ирина Александровна, если я вас чем-то обидела, извините меня, пожалуйста, простите. А надо было раньше. А, то есть все? Надо было раньше, а все? Нет, извините. Нет, все. Нет, вы мне объясните, почему вы но со мной так? Надо а надо было раньше. Да. Все, пока, Сики. Пока, Сики. Так, уважаемая Ирина Александровна, если я вас чем-то обидела, извините меня, пожалуйста, простите. Пока. А надо было раньше. А, то есть все? Надо было раньше, а все? Нет, извините. Нет, все. Нет, вы мне объясните, почему вы но со мной так? Надо а надо было раньше. Да. Все, пока, Сики. Пока, Сики. Так, уважаемая... Вот яблочко запеченное, обязательно попробуйте, обязательно. Готовится быстро, но вкусно. Вот еще перцы тоже вкусные. Да нет, это же шутка была, Танюша, это же шутка. Это же, типа, знаешь, как для ТикТока снимают, шутка. А надо было раньше. Шутка снова.
Прекращайте эти истории. Что вы себе позволяете? Прекрасно, прекрасно. Платье очень красивое. Босоножки, все в цвет. Ну все, роскошь, просто роскошь. Нельзя быть красивой такой. Прекращайте эти истории. Что вы себе позволяете? Вот, видите, самый доступный секрет молодости. Какой? Читайте, какой самый доступный секрет молодости? Кто мне расскажет? А, это, кстати, я была на открытии магазина. Очень клевый магазин. С нашей девочкой тоже. Так. А, вот это, девчонки. Если не брали, обязательно возьмите своим ребятишкам очень классный рюкзак. Так что, детки, ловите. Вот, вот эти рюкзаки. Что, детки, ловите. Крутые. Что, детки, ловите. Последствия ожирения все посмотрели? Все, теперь все на марафон. А теперь смотрите, какие у нас результаты. Огонь. Сейчас еще найду. Зачем эту колхозницу приглашают? Вы про кого? А Кахну? Я вообще не знаю, Маша, она в экспертах почему. Мне кажется, там в экспертах все-таки должны какие-то профессионалы сидеть. Вот, видите? Наглядная картинка. Идет бабушка, а тень, видите? Девочка. Девочка внутри каждой из нас. Понимаете? Это мой сад, огород. Я фотографировала. Так, все, хватит, а то я вас уже замучила картинками и видосами. Давайте уже, правда, попрощаемся и байки. Да? И, Инсана, мы в этот раз не на марафоне, хотелось бы вас чаще видеть на основной странице. Муж спит ваш. Я же сказала, что я дала таблеточку, он спит. Все уже, видите, за ваших фото вы уходили. Да и доброй ночи. Вы очень позитивная, спасибо. Как вы все успеваете? Вам сложно ответить, какие процедуры делаете по уходу за лицом? Заранее спасибо. Мне вообще не сложно. Я каждое утро на марафоне рассказываю, как я ухаживаю за лицом и показываю. Поэтому всем спокойной ночи. Всем-всем-всем. Пора спать, а то завтра не проснусь на эфир. Если я проспала, значит, я виновата сама. Все, пока.